Всем привет, с вами Писмейкер, и мы сегодня с Эдисоном. Всем привет. Да. И мы, наконец, начнем снимать на премиум-сервере. Пока что эта серия будет до открытия официального, скажем так. Мы сейчас будем бегать, тестить все, как тут работает. Да. Это электрод, да. Так, я предлагаю пойти... А, да, у тебя же новое, все заново. Ну да. Сейчас прокачаю Чармандера. Кстати, у тебя Маткипа тоже нету. О, нет, ты, по-моему, уже его ловил, не, в прошлой серии? Не, Маткипа нет. Печально. Так, ну-ка, старью. 10-й, 23-й. 10-й идёшь в корзину. Так, я сейчас избавлюсь, наверное, от Черезарда и Молтреса, потому что им также Бластоис, думаю, тоже положу пока сюда. Я хочу тоже кого-нибудь прокачивать. У меня уже есть Тёртвик мой. Не помнишь, Сол Рок, он прокачивается просто так же, да, по уровню? Вроде, точно не помню, но вроде. Вроде тоже, да, ладно, положу его сюда, вот, чтобы не забыть, если что. Шелдер, я знаю, он теперь у нас этим камнем. Камнем, да. Так, кто у меня еще есть? О, у меня есть Нидорина, который тоже, по-моему, камнем. Угу, Мунстоном. Черт возьми, должен сказать. Крейби, я не помню уже. Тут классно, что тут у покемонов можно... О, я возьму одного Иви из своих, да. Этих окаменелых можно покупать, это офигенно. Да, окаменелых тоже забыл сказать насчет этого в том этом видео. 32 штуки. Нет. Так, обмен валют... Обмаен валют. Ну, они делали это ночью, я тебе точно скажу, могу сказать. Так что будем надеяться, это все избавится. Ну да. Я думаю, кого взять... Пайнап... О, блин. Честно скажу, я не знаю даже, кого взять я еще в команду. Мама, мне этого Чермиллиона нужно прокачать, Чермандера. У меня есть мистер Мим. Когда это я? Окей, не буду спрашивать. Найнтейлз? Нет, Флавион. О, точно тебя. Так. Спавн. Тутудайл у тебя есть, да? А? Тутудайл. Полностью, по-моему, даже прокачанный. Ну, в принципе, это крокодильчик, да? Да. Да, крокодильчик у меня полностью был прокачан в свое время. Ну, если найдешь, то ты пяхнешь потом. Да, крикну. Так, сейчас. Я должен прокачивать, я хочу этого. Умбриан, да? По-моему, произносится. Иви, которая ночью эволюционировал. Так что, Иви, пошли гулять. Так, поехали. А вообще, знаешь, что я хочу сказать? Я хочу взять квестов. Вау. Они уже пашут, да? А, квесты уже пашут, да. Так, окей, у тебя пать. Мне нужна слизь. Да, готов помочь, спасибо. Так, а я себе возьму покедекс. У меня его, кстати, нету. А, у Ока. Ну да, да. Нейт, гнилая плоть. Займусь. Лавка, рыбак. А, нет, тут тебя, по-моему, только покупать. Портной. Тебе нужны нитки. Жди меня. А первая не нужна? Не нужно кому-то? Не знаю, я еще хожу. Ой, перья! Да, Билли Бой. Ага. Ну, три штуки есть. Мне кажется, они тут что-то, конечно, протачили с этими всеми самородки с мяутов. Лошадь, это информация. Ну-ка, подожди, они... Они ввели сюда вот это вот... Кого? Да, не достаем админов и ютуберов тупыми вопросами. Да, они включили это в правила сервера. Спасибо. О, еще лучше, слышь. Я не знаю, все-таки это хорошая идея или нет. Они, короче, скупают тут блоки и так далее еще за деньги. Блоки? Да. Да, насчет скупщиков, я вот думаю, не стоит им, конечно, оставлять их. Они тут алмазы покупают и продают. И так далее. Да, вот не знаю, насчет скупщиков, я думаю, это все-таки не в духе покемонов. В духе покемонов это если ты встречаешь кого-то уродца, даже когда у тебя все покемоны 70, и он тебя пытается убить Маджикарпом. Вот это покемоны. Дамы и господа. Тут пусто. Так. А, вроде бы еще где-то квесты были. Ну-ка, нет, это обмен валюты. Археолог? Ну, это... О, это фосилы, нихера себе.
А я пытался... Ах, да, я хотел счастливое яичко купить. А я себе потом, не знаю, кого куплю. Аэродактиля, наверное. Мне нравится тот факт, что Джой зовет всех своих клонов ассистентками. Помогу, спасибо, Кости. Вы ничего не продаете, да? Вроде я все квесты пока что взял. Не кажется ли, мой Чармандер деапнулся? Ну это бывает такое, да. Был 16 уровень, я убил покемона, дало мне несколько уровней, и потом стал 15 уровень. У меня мой этот бывал, так делал, как его называют, Черезард. Да. У меня был 73 или 72, фигак, 71. 25, 28, ну-ка, тёртвик. А теперь покемон. Вот причина, почему этот сервак будет, конечно, на маленьком на количестве народу. Вот даже сейчас у меня загрузка прилично длинная. Потому что атака была, окей. Потому что вот эти загрузки будут просто невозможно длинными. Ну, это, в принципе, везде так, на всех серверах, мне кажется. Ну, в принципе, да, вот есть, конечно, серваки, где... О! Слушай, вопрос. Какого хера мой тёртвик знает атаку призраков? Окей, эволюция с первой битвы. У кого-то телефон. Вроде не у меня. У меня тоже нет. Мой тёртвик уже эволюционирует. Неплохо. И да, то, что, кстати, забыл упомянуть, Стена Славы, она была плохо перенесена, поэтому мне придется ее заново делать. В смысле, так она тут в городе, нет? Она в городе, она вторая копия будет у меня на базе, или я не знаю, может быть, с базы, конечно, я ее беру. И к тому, что эти надписи вообще не перенеслись, мне сейчас придется искать свой блокнот. Да. С записями. Рэпидэш 40-й, да, иди сюда. Покемон Рейкваза. Интересно, если я уйду в инвиз с помощью какой-нибудь команды серверной, то моих покемонов уже, по идее, тоже будет видно. Не знаю. Я вот просто думаю, знаешь, так идет кто-нибудь, и тут из ниоткуда появляется Рейкваза. Смотрит, это бисмейкер. Вот байт я понимаю, байт это атака, которая у травяных должна быть более-менее. Или наоборот, да, чувак бежит, пум, перед ним Молтрес появился. Ни хрена себе, через секунду пропал, твою мать, да? Ага, прикинь, наш так троллис просто выкинул где-нибудь на самый верх базы. Ты пытаешься пигми и Дарину поймать. Господи, насколько у тебя Чармандер твой слабый, что он так мало ей врезал? Да фиг, 15 уровень. Боже. О, Персиан. Это я-то понимаю, у меня пауэр, это, апгрейды идут. Mm-hmm. Где я буквально атакую только все, что выше 40-го уровня. Ну вот, наконец-то, сейчас Чермилин уже будет. Найс. Ну скоро начнешь летать. Ну да. Что немного лагуче. О, Мегадрейн. Вроде же прикольная атака, ну-ка. Знаешь, чем проблема тут? Чем? В сраном шрифте. Он неудобен. Надо... Ну да, немножко. Мегадрейн, я, конечно, не знаю, что это за атака, вот в чем проблема. Потому что остальные атаки я более-менее с ними знаком, я знаю, в каком случае их лучше будет использовать. Да, я помню, как я во второй или в третьей серии, я уже не помню, правда, чья уже в какой точно, Solar Beam, по-моему, отдал самую сильную травяную атаку. Я вижу босса! Это синий или зеленый Эконс, по-моему. Да, это он. А теперь самое прикольное. Power прокачка с помощью босса. Ну да. Покемон, Рей. Нет! Вот это бесит больше всего, когда Иви застревает в блоках. А ты пытаешься ее это... счастье поднять. Ну чё-то не... О, наконец-то. Ну я, в принципе, лаг терпимый. Ну да. О, Sandstorm неплохо достаточно, по-моему. И у нас есть молоток. Скажем так, когда моя база телепортировалась... Были небольшие проблемы, а именно у меня больше нету всех предметов. Слава богу, у меня есть два алмаза. А, из дракини, да. Да, те самые. Я их никуда не клал. Потом.
О, я нашел болото. А? Там мотки вроде. Вроде. А, какая кнопка? Вот это же, по-моему, да? Пикачу. Пс. Ух, сколько тут всяких. Мелтанки, так. Мне еще нравится тот факт, что народ пытается меня до сих пор троллить, типа пишут: «А, ты пропустил до херам YouTube, да?» Я потом, знаешь, так смотрю даже для интереса, а пропустил и... Нее, ах ты... Ты нехороший человек. Мне нравится, да, тут в каждой серии у меня, по-моему, почти что есть такое, что я пропустил кого-то якобы. Ну, а когда... Более бесит, когда вообще люди на полном серьезе пишут. Например, вот ты там пропустил Снорлакса. Как... Даже время да, показываю, как да. Как ты мог ее пропустить? Это же Снорлакс. Я говорю, твою мать, сижу такой туплю. Какой нафиг Снорлакс? Ну даже если бы я его пропустил, пропустил. Но суть в том, что он уже у меня есть. Ну вот именно. Там уже Снорлакс не такой уж, по-моему, хороший, не? Ну да. Жердей. Ну, он меня больше прикалывает то, что его никак нельзя обойти в играх. Если он там спит. А, ну да. Mm. А, еще звуки эндерманов, когда Абра телепортируется. Так, кого бы словить вообще? А, у меня охота на маткипов, а в поиске у меня Мью. Я не трачу надежду. Меня еще прикалывает то же самое. Вот знаешь, на лаг происходит то, что твой покемон, когда ты в сражении, да, по-моему, когда он тебя агрится, покемон, то он остается сам, где ты его в последний раз выкинул. Мне нравится, вот у меня там камера крутилась на секунду, какой-то босс другой был, по-моему, да? И сразу же начинается срач в комментариях, то, что я его пропустил. Я даже не смотрел туда. Люди, серьезно. Будет забавно, кстати, если мы по ошибке наткнемся на базу, потому что я не помню, в какую сторону она. Так, умер. Ам, Чармелион. А прикинь, если мы и тут вот эту найдем. Лабораторию команды R, да? О, да, меня долго достают люди с команды R. Я не знаю, у меня этого мира больше нету, компьютер. Я по ошибке удалил все. Я не знаю, если ты. Господи, сколько желтых точек тут? Ну-ка назад. Да. Ну-ка назад. Что это за тут такое происходит? Еще у меня только что жестко лагануло запись. Так. Друзья. У меня тут, наверное, 50 сраных этих геодюдов под землей валяются. У меня там тупо, знаешь, так кусок земли, который весь желтый. Итак, покер-радар доступен, по-моему, всем же, да? Да, на этом серии. Отлично. Его, по-моему, нет на некоторых, где вот бесплатные и так далее. Ну да. Бульпикс. Нихера себе, это сраный Вульпикс ниндзя. Он прыгает по деревьям по Эльхэш, чем я, потому что я так что. Да, нет, пинг терпимый, вот только во время полетов. И во время боя немножко тормозит. Не, во время боя нормально, думаю, поскольку как-никак сервак не на компе. Не на моем случае. Ау. Рей. Так, с Dragon Rage вообще другое дело. Dragon Rage оставляй! Вот это атака, поверь мне. Я в свое время... Только я ею пользовался. Блин, мне нужно, по-моему, телепортироваться обратно, потому что мне нужно полечить мою Иви. Так, хилки... По-моему, где-то еще было такое интересное здание. Нет, это типа гостиницы. И еще им нужно разобраться, по-моему, я просил, чтобы они убрали вот эти все смайлики на «ы». И теперь, когда телепортируешься на спавн, у тебя... И добро пошло на спавн. Оук, у тебя есть все, кроме хилок, да? А вот хилки я слепой просто. А, вот, кстати, оук. Забыл. Он на самом верху такого желтого здания, желто-красного. Еще, по-моему, рыцарь, который хочет яблоки. Да. Ура, жду яблоки. Ну, их будет легко нафармить. Здоров. Иви. Да что-то мне как-то не дает покедекс. Ну, блин, я же говорю, они программировали это все посреди ночи. Будем надеяться, что до момента официального выхода
это все починит. Или мне уже да. В принципе, я уже брал один покедекс в него, когда просто экспериментировал, знаешь? А, может это все? Пойдешься, мальчик. Ну знаешь, фармить покедексы. Ты чего? Офигел? Ну да. Ну потом. Читер. Да, по-моему, можно купить у торговцев каких-нибудь. Mm-hmm. О, наконец-то. Рей, полетели. Блин, мне кажется, легче нам будет прописать флай. Конечно, терпимо, но трясется. Как будто... Перья 10 штук. Да. Да, вот у него. Все пиджи сбивать. Всяческих. Вообще, интересно... Чё они дают там, может какие-то... Они дают деньги. Они дают... Да, да, я знаю точно, они дают деньги. О, вот это, по-моему, кстати, новый, новое, кстати, здание, которое генерируется. Это вот синее. Угу. Синий крыша, я не помню только что это. Это, по-моему, а, это Покемарт, точно. Так вот, видимо, у нас тут деньги есть, да, вот эти вот П. Если я кликну сюда, я могу купить покеболы прямо отсюда. Ага. То есть, так, я хочу, например, немного... Ультраболов. Я могу позволить себе 7 купить. Отлично. Эти... А где? Это вообще где? В синем здании и в этом? В синем здании не... О, не которые на спавне, а которые именно... Они сами все появляются. Там такая будет эта... касса типа, да? По ней кликаешь ПКМ и можно использовать... Покупать там за деньги. То бишь за эти, что падают с покемонов, да? За вот эти вот покебаксы, да, покедоллары. Вот я сейчас купил все сколько ультраболов. 7, по-моему, штук. Ну, это да, это альтернатива. То есть можно тут тремя способами вообще принет получать, получается. Это донат, это с квестов и это получается с битв. Ну да. Неплохо. У, колодец. И данж! Ну-ка. А вот чем плюс того, что первый изучаешь землю. Ну да. Пока сюда не налетели люди. Все мое. Хлеб! Две бирки. Пластинка, красная пыль. Гуляем. Все, убил. Так, вот этого. Что с него выпало? Ну, не очень. Ладно. Так. Это лава? Да, это лава. Которая выглядит чуть коричневым. Я пытаюсь найти джунгли в этом всем. Потому что лимит мира, по-моему, 20 тысяч блоков. Или 10, не знаю. 20, по-моему, ставили. 20? Вроде бы. Так, еще 3 пера. А, ну ты квесты активно выполняешь, там смотрю. Ну да. Я это не знаю, сколько их может, конечно, использовать еще. Это будет интересно. О, желтый тентакруэль. Ни хрена себе, 61 уровень. Ну, желтый, по-моему, самые сильные, это, по-моему, зеленые боссы. Не знаю. Да, все, один удар. Да. Я это не могу понять. Вроде уровень дохера, а в защиты ноль. И я нашел джунгли. Они через воду. Окей, теперь ищем... Просто ввел этот ник, да, и нажал Enter. Угу. Охота на мин началась. Я сейчас... Я лечу по радару, что называется. В прямом смысле радар. Надеюсь, мои веселиться там. Кого я нашел, кого я... Да ну нафиг. Что? А, отлично, Маткипа нашел. А, гад, он один там? Ага. Кстати говоря, интересный факт. Если ты видишь босса, да? Ну. Рядом есть покемон, из которого... рядом есть такой же покемон. То есть боссы никогда не появляются одни. То есть, например, если я вот видел эту серию, да, вот у иностранного товарища. Он нашел Молтреса, да, босса красного. А рядом в долине был еще обычный Молтрес. То бишь легендарные. То есть. Да, то есть, если даже легендарные бывают боссы, это раз. И два, это то, что если вы видите босса, значит рядом такой же тип обычный есть. Ну это офигеть.
босс Мьюту и Мьюту рядом. У меня до сих пор есть мой мастербол. Если бы этот мат кипище ловился... Да, левелбол тебе ноль смысла. Да я даскбол сейчас. Ну вообще, да, думаю, ночь. Хрен он ловится. Нетбол, ультрабол, левелбол, покебол. Могу тебе помочь? Скинусь шаро, в смысле. А, да пока что есть. Ты же мне уже скидывал там по 15 штук. У меня ферма есть, мне главное только железно добыть сейчас. И сделать себе потом молот алмазный. Mm-hmm. С эффективностью. Over 1000. Ха, нет, тут ничего нет. Ну-ка. Полетаем немного вот тут вот. Да, опять же, полеты на серверах. Странная вещь. Извиняюсь, если у вас уже глаза болят, смотрите, как мой рекваза трясет справа-лево. А, чуть не последнее время с этими поинтками покемона вообще капут. Хрен ловится. В игре-то вообще, особенно в XY, там же есть такая тема, как O-Power, да? Такая типа вещь, которая улучшает твои способности. То есть взял, нажал на кнопочку, херак, у тебя плюс шанс к поимке. Yeah. Или наоборот нажал, на тебя... А, тебе эти больше денег даются. С битв. Типа пассивки, да? Ну, типа, да, вот я не знаю точно, как это называется, потому что сам не играл. Пока что у меня нету. Это 3DS. Да, наконец-то словил. Офигеть. Угу. Я вот думаю, знаешь, что я хочу купить? Че? Классическую Nintendo. Вот эту вот, NES. Да. Угу. Я, в принципе, думаю, знаю, где уже магазин, там всяких олдфажных картриджей купить, Zelda и так далее. И подключить к своему дохера большому современному телевизору. Мой Xbox по странице. Да, смею как-то нет. Зато я нашел джунгли, это уже плюс. Ну да. Так что... катапультируюсь, потому что я не знаю, как происходит телепорт. Так. На покемоне. Пуф. Спавн. Ничего. Отлично. Пёрен. Вообще, хоум. Отлично. Также как же хорошо телепортироваться по командам старым добрым. Ну да. И судя по всему, мне придется сделать двери в этом всем моем заведении. Нет смысла. Почему? Поверь, другие найдут способы через двери зайти. Ну хотя бы вот тут вот, я не знаю, чтобы в спальню не заходили. Я могу понять, если они вот могут вот сюда вот. Я думаю, слышь, первые битвы можно сделать такими, знаешь, домашний турнир. У меня ж тут есть какой-то коврик в доме. Да. Так, нет. Это не... Ну хотя бы теперь сюда не залезут те, у кого нет летающих покемонов. Ибо у меня есть взлетно-посадочная полоса специально для того, чтобы взлетать отсюда. Так. Рей. Полетели. А, я только что понял, почему нельзя лететь. Почему? Люди могут увидеть. По команде лучше телепортироваться, во. Потому что люди могут увидеть, где мой дом находится, хотя примерно. Пусть поищут подольше. То так неинтересно им будет. Да. Ну что ж, думаю, тогда можешь заканчивать пока что. Да, я думаю, да. Даже у тебя есть Португалия? В смысле? Пинг. А? Я нажал просто для интереса. Так, я просто только что, кроме Starbound, еще в Battlefield играл. Да. Так я вечно на счет смотрю. Я первый, ура. Ну да, и потом привычка, да? Тап-тап. Ага. Так, посмотрите, сколько убийств. Что? Какой к черту YouTube? Какой к черту пинг? Я нажал киллы посмотреть. Ну ладно. Да. С вами были Peacemaker Edison. Всем удачи. Всем я думал, подписывайтесь, вступайте в группу ВК, заходите. Нет, стой, босс. В принципе, я думаю, следующая серия уже будет как бы на открытом, да, сервере. Когда мы уже его полноценно, да, откроем. Хм. Подожди, я чую босса на моем радаре, но я не могу понять, если он подземный, то я, конечно, забью, но он может быть наверху где-то. А, не, он под землей. Еще я эту Пиджи убью, мне одно перо не хватает. А, точно, да, и думаю,
Мне надо будет повыполнять квесты в один прекрасный момент. Так, иду я на спаун, посмотрю, что мне вообще дадут. Давай. Сейчас херак награды, еще не готовы. Только перья исчезают. Вау. Квест перья. Вау, это снова ты нашел перья, да, нашел. Ни хрена мне не дало. Может, покебаксы? Не, не должны. Нет, нет, написала, что новый квест, и квест закончен, все. А, понятно. И, кстати, эмполеоны спавнятся тупо повсюду, походу. Им похер на то, что они не в снежном биоме. Да. У меня только что один в горе, вот тут вот. Ну-ка... Так. А перья вообще не забрались? А, да? Ну, значит, еще не прописали это все до конца. Тут три босса, и два из них под землей. Если и третий под землей, то я покончу жизнь самоубийством, спрыгну с горы. И походу мне это придется делать, я не вижу третьего босса. А, боже, эти пещеры меня доведут скоро. Знаешь, так, пойдем скоро по серверу, тут одни дырки просто от того, что люди копались вниз. Упс, микрофон. Да, ладно. Все, с вами были Писмейки Рэдисон, подписывайтесь.